Привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня наконец-то мы получили заказ из каталога номер 10 компании Oriflame. Огромная коробка, 150 баллов заказ, и сейчас буду показывать все свои покупочки, вкусняшки и подарки, кстати, тоже. Два набора чашечек получили долгожданных. Мы собираем всю коллекцию, у нас будет полный комплект, и еще из общей коллекции будет супница. Я не буду их открывать, я думаю, что вы их все видели. Очень красивая фарфоровая посуда. Я люблю такую посуду, тем более, что по такой цене классный. Здесь у нас, угадайте, что? Косметичка, которая сейчас идет по акции. Обязательно ее заказывайте. Указывайте код косметички в заказе 29960. В красивой сумочке. Вау! Ух ты! Класс! Смотрите, какая она! Вот она мягенькая, то есть ее можно постирать будет даже в машинке. Очень удобная молния. Внутри ненужный пакетик, который надо выкинуть. Внутри классная подкладочка. Есть кармашек. Вау! А, какая она хорошая! Очень вместительная, очень. Такая квадратненькая. Прелестно! Я обожаю косметички. Давно, кстати, хотела косметичку дорожную обновить себе. Это будет просто чудо. Такая ткань приятная. Ох, девочки, кто успел, молодцы. Кто не успел, конечно же. Ну что ж, ориентируйтесь на сумку. Делайте в этом каталоге 50 баллов, чтобы получить сумку. Так, смотрим дальше. В заказе сухой шампунь для волос. Мы, кстати, у нас дома очень популярен. Средство для мытья рук, ну как сухая чистка. В любое место, в любое время, в транспорте или где-то в кафе, или на улице просто. Можно одной капелькой буквально почистить себе ручки, и чтобы было комфортно, и чтобы знать, что нет микробов. Пакетик розовенький. Я выписала по спецпредложению двое румян. Я, кстати, думала, они больше, они маленькие. И это очень хорошо, потому что используешь, надоест и выкинешь, и новые можно будет купить. Это из серии Color Box. Два оттеночка, код 33774 розовый и 33775 коралловый. Я хочу их посмотреть, потому что я для себя какие-то оттенки. Очень шелковистая текстура, цвет розовый, просто чудо. О, коралловый, вы знаете, он хоть, слушайте, а может быть это наоборот, это коралловый, это розовый. Короче, они оба розоватые, но один более насыщенный, такой глубокий розовый, а второй более нежный. Скорее всего, вот он и есть коралловый. Ну, посмотрите по коду, я довольна. А у меня румяна получается естественный розовый, он какой-то такой, ну, нейтральный. И бронзовый. Вот сейчас я как раз бронзовым пользуюсь. А хочется чего-то более такого нежненького-нежненького. Такого, ну, тут у меня такая прелесть. Рассыпну по всей коробке. Сейчас буду собирать 4 мини-мауса. 4 мини-мауса. Это все в подарок детишкам. Это мне. Я очень люблю бальзамчики. Как бы его не съесть? Как бы его не съесть? Бальзам для губ с ароматом клубники. Его можно не просто красить, а еще и постоянно нюхать. Если вы хотите понюхать что-то вкусное, нюхайте этот бальзам. Я думаю, на губах будет лежать просто восхитительно, откладывая это себе сразу. Так, здесь у нас несколько штук. Масло чайного дерева. Это все нам, в заначку, потому что у нас этого масла уходит очень много. Почему так много? Масло нам заменяет практически половина препаратов, которые можно покупать в аптеке за большие деньги. Мы им все, ранки лечим, ушибы, капаем в нос, если чувствуем, что заболеваем, полощем горло, оно от угрей, от ожогов, от укусов комаров. От всего. Даже если есть перхоть, можно налить шампунь, например, несколько капель капнуть, так вот развести, помыть голову. Вообще очень много показаний. Посмотрите в интернете. Масло чайного дерева. Очень мощный антисептик и очень сильное ранозаживляющее свойство приписываются этому дереву уникальному. Поэтому так много. Так, это то, что я очень ждала. Тоже мне. Все себе, любимый. Первый заказ в основном беру себе, пробую, получаю впечатление, потом рассказываю подругам, что и как, и уже начинают валить заказы.
Это масло с авокадо для волос и тела. Многие спрашивают, как сейчас ухаживать за телом после загара. Пожалуйста, вот берете масло, наливаете немножечко в руку и наносите на тело. Я сейчас это буду делать, буду дегустировать сразу вместе с вами. Ох, как приятно. Во-первых, это будет чудо-массаж. Я прям чувствую, какая классная сразу сцепка идет с кожей. Чудесный аромат авокадо, никакой сладости, приторности в нем нет. Это такой зеленый, приятный вкус, то есть прям как живой авокадо. Я авокадо, кстати, обожаю. Зимой особенно постоянно его покупаю, делаю с ним бутерброды. И масло шикарно защищает кожу, восстанавливает ее, напитывает. После масел всегда кожа намного мягче, поэтому я буду вот просто им мазаться. И не только после загара, а после душа. Классная штучка, один сразу отставляю, потому что его уже начала пробовать. И заодно потом понаблюдаю, как быстро впитается, вам скажу. Ой, очень приятно. Так кожа переливается. Супер. Так, двигаемся дальше. Немножко руки у меня сейчас вытру. Так, это помада под заказ. Открывать не буду, потому что, ну, это уже не первый заказ клиентки. Помада серии The One. Как раз вот серия, которая нам всем полюбилась, с прозрачным колпачком. Рекомендую вам хотя бы раз выписать такую помаду, и вы в нее просто влюбитесь раз и навсегда. Мицеллярная вода из серии Optimals. Уже прям вот много-много раз ее заказываю, часто под заказ. И себе сейчас просто хочу пополнить запас, потому что заканчивается, пусть будет, потому что... Она нужна и пользуется у нас хорошим средством, ой, как это, ну, с хорошим спросом, да, я так бы сказала. Самое главное, помните, когда протерли лицо мицеллярной водой, обязательно смывайте его водой. My Naked Truth. Это крем для тела, парфюмированный. Я его увидела не в каталоге, а когда вы делаете заказ, переходите в детали заказа, там есть специальное предложение со скидками. Я его нашла там, у него очень хорошая скидка. И у меня одна клиентка его постоянно заказывает. Парфюм и крем в паре. Но крем у нее заканчивается быстрее, поэтому вот я и взяла, как раз чтобы у нее уже был крем. Когда она мне позвонит, скажет: «О, у меня кончился крем, спаси меня!» Я такая, на коне, как рыцарь, да, примчусь и спасу ее. Витамины для Миши, Wellness Pack, всегда выписываем. В этот раз мы взяли витамины со скидкой 50%, это очень приятная скидка, потому что витамины не из дешевых, но мы их пьем постоянно, потому что видим, какой очень крутой от них результат. Новинка, гель для душа со всеми вкусняшками, здесь и ананасы, и, по-моему, маракуйя, я не помню полный состав, помню, что мне он очень понравился, я сейчас прям посмотрю. Чтобы не быть голословной, тут столько всего. Манго, папайя и арбуз. Вот, это нам. Будем сами пользоваться. Мне нравится, что здесь есть пломба. То есть пломбу мы отрываем. И потом открываем, нюхаем. Ой, как же я люблю такие вкусные, экзотические ароматы фруктовые. Ой, очень супер. Это тоже нам. Здесь таких несколько мыл. Вот они. Смотрите, какие красивые, ярко-желтые, обожаю желтый цвет, и он в этом сезоне, кстати, очень модный. Не зря я обзавелась парочкой платьишек с желтеньких маечкой. А мыло, это тоже все нам, потому что запасы мыла кончились, приходили гости, все у нас забрали. И еще много-много мыла, вот, это все, пожалуй. Несколько кусочков из разных серий. То есть я взяла новинку с авокадо попробовать. Прованс, какой-то еще такой с ароматом киви. Водный аромат. Вот, короче, огромная куча мыл. Очень вкусные, очень красивые. И мне нравится, как они пенятся. У них такая мягкая, густая пенка. Она такая ароматная. И вот мыло кусочек лежит в ванной. Такой аромат по ванной распространяется. Это такой вкусный и классный. Мне нравится, что мыло не раскисает. Вода, например, попадает в мыльницу. Обычно мыло такое становится, как жижа. Это мыло держит форму. Очень хорошо держит. Дальше. Для наших зубов белоснежных. Это отбеливающая паста. Тоже решила пополнить запас, потому что в прошлом каталоге была с травяным комплексом. Я ее обожаю. Но иногда нужно зубки тоже отбеливать. Не очень часто, но нужно это делать. Это гель для ухода за ресницами и бровями из серии The One. Почему его так много? Это все себе.
просто потому, что он классный. Открываю флакончик. Первое время пользуюсь только на ресницах, брови не трогаю, чтобы он был максимально чистеньким. То есть на ночь перед сном и утром, когда умылась, я наношу на реснички этот гель. Если я в течение дня дома, например, не делаю макияж, я в течение дня тоже подкрашиваю реснички. Я недавно делала наращивание, очень как бы стресс большой для ресниц, многие обломились, вот сейчас они восстанавливаются, еще не до конца восстановились, но благодаря этому средству они отрастают быстрее, они становятся такие крепенькие, толстенькие, упругие, и цвет набирают, то есть они не просто белесые, потому что я сама так, ну, реснички у меня светлые, и я все время ухаживаю. Проходит некоторое время, если я вижу, что уже нет такого прозрачного цвета, то есть все равно попадают какие-то частички, я его убираю, пользуюсь только для бровей, то есть я им укладываю брови этим гелем, а открываю новый и начинаю новым пользоваться для ресницы. Для меня максимально важно, чтобы вот зона близкая, да, вот ресница близко к глазам, к слизистой, чтобы туда не попадали никакие инфекции. Вот, имейте в виду, поэтому так много, но нас двое, дочка, я, она тоже обожает это средство. Все-таки меня довели до покупки ваши рассказы. У меня же такое лицо. Да, есть такой анекдот прикольный, но не буду рассказывать, немножко пошлый. Из серии The One я взяла себе тушь для бровей. Какая она махонькая, посмотрите. Вообще просто, я не знаю, тут несколько, даже не сантиметр щеточка. Сейчас очень модно, чтобы брови были максимально натуральные. Поэтому я их подкрасила уже, да, все. И вот сейчас бы сверху как раз нужно проработать каждую бровку, то есть расчесать по линии роста бровей вот именно этой щеточкой. Я просто видела эффект, мне не терпится попробовать. Обязательно запишем видео макияж бровей прям отдельно. Я покажу, как я им пользуюсь. И все прям рада. Это мне, я очень рада. Так, дальше. Обожаю эти салфетки, все время вам про них рассказываю. Вчера буквально нашла пачку, которая закончилась, в ней было две салфетки, они высохли. А нам нужно было как раз протереть в машине пыль. И я говорю: Миша, давай их намочим и протрем. Вы не представляете, мы их намочили, сухие салфетки. Они сразу расправились, и вот этот аромат чайного дерева, он распространился по всей машине. Одна салфетка, она достаточно большая, хватило протереть всю панель, всякие мелкие деталюшки. Вот, ну, конечно, в жизни-то я больше всего использую это все для тела, для лица, и очень люблю их брать в дорогу. Потому что салфетки такие большие, хорошенькие, смотрите, какие они пухленькие. То есть сама салфетка не такая, а прям вот такая. Это тоже еще не все. Здесь у нас что-то, я даже не знаю, что. Что-то я выписывала. Пробники. Пробники нового парфюма, который выйдет в следующем каталоге. Даже не знаю, как он правильно называется. On the Eagle. Я, может быть, неправильно говорю, честно. С английским я на «вы». Очень хочется быстрее попробовать. Пробуем. Будет очень красивый флакон. Там такой состав необычный. Там что-то, какие-то цветы и кожа женская. Странно звучит. Да, у меня же такое лицо. А как вкусно! Прям сейчас на тебя этот аромат направлю. А вот я люблю такие ароматы. Он такими сладкими нотками. Хочу. Хочу такой парфюм. Не знаю, что это, как вам сказать. Это так сексуально выглядит. Таком просто, ну вот как это действительно сексуально, черное, красное, как будто бы это вообще что-то не знаю что, а на самом деле это очень понятно, что. Обратите внимание, по-моему, это вставка в каталог, великолепная цена на спонжи для макияжа, они такие классные, а это для дочки, она любит тон наносить спонжами, если я, ну это спонж-блендер, я люблю кистями, а она вот такими штучками, и поэтому вот ей будет такой еще подарочек. И очень красиво, очень приятно, такие штучки. Мне нравится, что их вот так красиво преподносят. Ну вот как можно, мимо этого пройти? Чудо просто. И это еще не все. Я, как и любой нормальный маньяк, который любит парфюмы, я себе выписала новый парфюм. Я не знаю, куда мы их будем девать. Когда мы снимем видео с парфюмами, вы узнаете, что такое.
много парфюмов, когда в семье. Вот, открываем, не терпится уже. Кстати, если вы выписали себе вот такую новинку, парфюм новый, Friends World for Her, это для нее, это значит, что вы можете абсолютно смело размещать фотографию со своим другом или подругой в соцсетях, указывать специальный хэштег, вы его найдете здесь в каталоге, буквально прямо на 9-й страничке, мне кажется. По-моему, нужно указать номер накладной, на всякий случай укажите. И напишите, почему ваша дружба такая крепкая, надежная, почему вы цените эту дружбу. И будете участвовать в розыгрыше путевки на Кипр. Вот, я буду участвовать, потому что у меня есть этот аромат. Так, сейчас, прежде чем его попробовать, я хочу потрогать как масло. Масло, оно не впиталось до конца, но я много нанесла. Но оно впитается, поэтому я предлагаю наносить его не перед выходом на улицу, а желательно где-то, ну, я думаю, минут 30, часик до сна, чтобы оно не терлось об постельное белье. Или если вы приехали с пляжа, сразу приняли душ, нанесли его и немножечко походили голышом, чтобы оно хорошо впиталось. Очень красивая коробочка, хороший флакончик, приятно его держать в руках. У него такие изгибы, похожие на женскую фигуру. Ну и мы его будем пробовать. Я сегодня специально не пользовалась никакими парфюмами, потому что я знала, что придет новинка. Ах, какой же он классный. Но я-то его уже нюхала из оригинала, потому что все равно пробник, он не передает всей красоты аромата. И я очень люблю приезжать в наш бизнес-центр, когда приходят новинки, и дегустировать из оригинала. И тогда я точно понимаю, хочу я это или нет, буду я это брать или нет. Да, он хорош, он очень хорош, он классный, классный. Так, и что у нас здесь остается? Ура! Я сейчас буду заниматься тем, что буду изучать новый каталог. Ух ты, какой красавчик! Вот, обожаю такую морскую тему. И у нас как раз модель на обложке одета в такой красивой одежде с полосочками. Море, пляж. И как раз дерзкий, новый дерзкий аромат, который я дегустировала из пробника. Вот, в общем-то, все, коробочка пустая. Такие у нас первые покупочки. Как всегда, заказ не очень большой. Я думаю, потом будет еще много-много заказов. Обязательно снимем видео. Вот, пишите комментарии под видео, задавайте вопросы. Я обязательно буду рассказывать все, что сама попробовала, что мне нравится, что не нравится. Буду вам рекомендации давать. Вот, до новых встреч! С вами была я, Лилия Донскова. Ну, вы уже знаете. Все, ставьте лайки, если видео понравилось. До встречи, пока-пока! Вот, пошли попрощаемся. Смотрите, да. Пока, ребята!